can I help, detective? Ника. I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services. 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, detective. Быстрее, женщина. Борща еще привезли и котлет. Thanks. Бомжам теперь будем, да? Надо было в костюм для суперзвезд одеться и поехать к бомжам. Вау, ну там и лимузинчик, конечно, такой. Да тут все они лимузинчики. Все одинаковые абсолютно. Мощная, наверное, точила. Ну ладно, у нас есть своя, мне хватает пока что. Эй, напарник! Убираемся отсюда. Нет, сначала в химчистку. Нет, сначала в лагерь бродяг. Что мы нашли вообще? Только химчистка вы эти. Окей, в лагерь бродяг тогда. Поехали. Посветлее стал как-то. Машину вообще не жалеем ни разу. Опять дождик начался. Стоило нам с этого склона съехать, так сразу капли полетели. А думаю, по дороге нам еще одно второстепенное задание влепят. Хотя... мы, видать, уже почти приехали. Где-то на этой улице, да. А вот и ни хрена ж себе. Район номер 10 какой-то. Это Йоханнесбург, да? Я туда приехал. We're looking for a tall man with a disfigured face. You know him? Huh? What? I fought in two wars, you know, son. I think I earned some peace and quiet. The bum isn't here. We should follow the old lead. These guys can wait. At least the rain stopped. We can change back into those white bucks now. Что ты сказал? Calling you stupid would be an insult to stupid people. Сейчас все-таки попробуем здесь что-нибудь вынюхать. Да, я понял тебя, парень. Чё ревём, дамочка? Картошку плохо почистила. Да ладно, у меня есть ордер, наверное. Она приблизилась, но он сказал, что ничего важного. В общем, лачуга какого-то ветерана. Не ты ли ее обладатель? Все-таки я хочу осмотреться сначала. Видимо, действительно здесь нечего ловить пока что. По этой улочке еще пройдемся. Здесь у нас что? Пожрать, поспать. Ничего такого. Ладно, убираемся. Позже заедем. Раз уж сказали, что ничего нет, значит действительно нечего ловить тут. Так, улики, места. Химчистку едем.
No message. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. The last bodies had something written on them. This one didn't. I'm failing to follow. Can't be the same guys, what I'm saying, right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. This doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? Какого убийцы? Мы вроде всех упрятали, а он еще говорит, что не было послания. Мы каждый раз думаем, что сажаем того самого маньяка, я так понимаю. Или они так не думают. Либо это я так думал только. Ладно, пускай хотят, как хотят, так и думают, а я просто буду рулить. Дороги, здоровье, здоровье. Быстро тут все, а? Близко так, хорошо, прям по прямой. Химчистка Superior Laundry. Час дня. Как будто час ночи. Зачем нам эта химчистка вообще понадобилась? Подумаешь, драила она здесь свои вещи. Где хозяйка-то? Или хозяин? Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case, and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register, and you can take a look. Ага, мы выясняем личность погибшей, видимо. Таким образом. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. Сколько там? Down that dress, is it there? Ну давай, открывай. Сколько там было? 1, 3, чего там? Где? Улики. Так, не то. 1363. Закрывай. Так. Здесь нет. Или, а, вот они номера. Не туда смотрю. Mrs. T. Terrellson, 43 Emerald Street, Westlake. Интересные ребята записывают свои адреса в журнале химчистки. У них там так все необычно устроено, что я офигеваю. We have a lead. Let's find out what the husband has to say for himself. Так, опять мне звонят, да что ж такое? Опять меня телефонным разговором сбили с мысли. Сбили со всех улик, сбили с игрового процесса, но... Я так понимаю, нам нужно ехать на адрес этой чувихи. Куда еще? Больше некуда. Везде мы уже побывали, кроме как у нее дома. Так что разворачиваемся, дорога уже высохла, кстати говоря. I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic types show a particular disposition for this stuff. Еще одного мужа, который душит своих жен канатом тройного плетения. Отличная версия. Видимо, становится самым популярным орудием убийства. По его мыслям. Эмеральд Стрит 43, час 16 дня. Мы прям со скоростью ракеты по городу носимся. Так, тут теперь еще две дочки. Ну, зашибись. Сейчас будем двоих еще допрашивать. Чего там застыли? Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway.
Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think it's procedure. You see to your girls. Что-то они как-то... Им вообще посрать, мне кажется, слушайте. А мы пойдем пожрем. Where's mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like. Ты что, синдромом Дауна, что ли? Ее нахрен замочили. Я что, что сказал? Сидеть, мать, а вам жрать. Where's mommy? Some bumps think filling out a missing persons report actually. Но я пока буду смотреть на все тут. Спички? Опять? Бар у барона, Нортонборди Авеню. И какая-то перевернутая фотография. Что это, интересно, такое? Что-то там еще написано, но посмотреть нельзя. Вон, видите, на розовом. Только эти два предмета можно осмотреть. Остальное его не интересует. Сумочка. Даже не заметил. Ну как это? Ну открыл бы, но я не знаю. Че она на полу-то валяется? Почему при ней не было сумочки? Так, детская. Оптимистик, Кол. Четырехлистник. Take a smarter man than me to connect that. Да нет, по уровню развития ты еще ребенок, так что как раз для твоего ума. Поиграй в куколки. Так, ну кораблик, что он так приблизил камеру, я не понимаю. Смотреть здесь нечего, он ничего не говорит. Еще одна спичечная упаковка. Все, да хорош, я уже понял, что у барона. Что-нибудь на холодильнике? Я вашу морковку пока сожру, да? Excuse me, я же попросил прощения, я могу теперь делать все, что угодно. Так, а вот эта сумка уже гораздо более внушительная. At least she was spared that particular indignity. Помада, ну, помада есть помада. Что это у нас здесь? Водительское удостоверение на имя Терезы. Белая, 36 лет. She'd have to be in quite a state to leave this behind. Вот так вот выглядели права. Девушки 28-го года рождения. Или не 28-го года рождения, может, что-то перепутал. Может, 28-го она получила? Сейчас же только 47-й, да? Не может быть такого. Что это у нас тут такое? Ботиночки в грязи, протектор похож. 8-й размер, 41-й. Это уже интересно. Протектор совпадает. Хе-хе. Хо-хо. Ха-ха. Что за рубашка? А ну дай посмотреть. Барс was out in the rain last night.